Сегодня рано утром вся Россия была в шоке от этой ужасной новости. До сих пор многие поклонники и фанаты российского певца и музыканта Валерия Сюткина не могут прийти в себя. Просим вас, как и всегда, подписаться на наш канал, ведь мы делаем для вас интересные новости из жизни российских звезд. Нам стало известно о том, что вчера в Подмосковье на одном из частных концертов стало плохо российскому певцу Валерию Сюткину. Он упал прямо на сцене во время своего выступления. На данный момент он находится под капельницей в 26-й городской больнице города Москвы. Его ночью туда привезли на скорой помощи. На данный момент пока никто из близких и родных Валерия Сюткина не прокомментировал данную ситуацию. Медики также отказываются от комментариев. Сейчас мы собираем дополнительную информацию, друзья, чтобы завтра утром на нашем канале, в нашем новом выпуске, более подробнее рассказать вам о том, в каком состоянии пребывает в больнице Валерий Сюткин. Давайте поддержим нашего артиста, подпишемся на наш канал и нажмем на колокольчик. Будьте всегда с нами на нашем канале, друзья, берегите себя, своих родных и близких. Пусть вам в жизни сопутствует удача.